Так, вот вам, пожалуйста, Луна, 19:10 по Киеву в Запорожской области, Украина, возле города Орехов, 18 сентября. Дымка мешает нам рассмотреть нашу красавицу во всех подробностях. Дымка, уже Луна довольно низко над горизонтом. Сейчас мимо Луны будет пролетать и МКС, и Старлинки рядышком будут. Ну, полностью я удалять не буду до конца, но ну, где-то так уже видно, да, что уже низко над горизонтом. Я для чего деревья показал, что... Линия терминатора у нас. Вот так вот. ИСО-125. Попробую резкость. Ну, резкость. Тут просто уже низко над горизонтом. Дымка, и вообще небо такое не особо чистое. 19:12. В общем, Старлинки должны пойти через 7 минут над нами. Так что долго записывать не буду. Наверное, вот так вот это я на полный кадр возьму. И на том закончим. Может, позже продолжим. Старлинк может. Ой, Старлинки мимо Луны будут пролетать, МКС мимо Луны будут пролетать. Ну, в общем, вся веселуха.